Итак, ребята, всем привет-привет! Мы продолжаем с ребятами путешествовать в мире DayZ. Поздоровайтесь с нами, Олег. Привет! Димон. Привет! И мы сейчас идем на приключения, да? Ну, я думаю, мы пойдем на пожарку. А потом опять по мосту. Если с хорошим оружием мы ботов все-таки уничтожим и... Ты... Что-то бежит. А, это я. Ты, ну все. А, вон дырка в заборе есть. Ой, я вижу эту стеклянную штуку. Угу. Ну, вот в смысле, башню, как она там называется? Вышка. Вышка. Давайте с расстояния метров 50. Ау, чё ты прыгаешь-то? Блин, кто мне там в скайпе пишет? Я бы вообще пошел. Я пойду не так, как она. Ну, ладно, за вами. Кино у нас. Да я хотел прикрыть. А не бежать вот так вот через лёд. Потом кулечками будешь прикрывать. Походу да. Даже если там боты будут, то нам на этом на звёздке будет трудно спрятаться куда-либо. Потому что не во что прятаться. Все вообще такие хлипенькие кустики и желтенькие, и все. Я подумал, как на этом. Как на Родео. Клоуны прячутся в бочку. На Родео Драйв? Нет. На настоящем. Да. Не улица. Ну вокруг никого. Вот ни души, даже зомби нет. Есть вот под домом два зомби. Один прыгучий и один на ногах. Мы так думаем. Что, не видишь их? Я вижу. Вот прям сейчас. Думаем, что никого нету. Зомби. Вон уже бежит за кем. За мной, конечно. Я думал, ему флешка больше понравится. Но реально за тобой. А может, у меня водка есть? Я что-то на В нажал и такой прыгал. О, кстати, сюда можно зайти. А ты не будешь его убивать, нет? Или нельзя сюда зайти? О, блин, не это надо. Дима. Нельзя. Дима, я чуть тебя не встретил. Почти пуля встретила. Я уже прицелилась вообще. О, еще военный. Зачем? Что? Что зачем? Зачем ты меня прицелил? Да я подумала, что это зомби бежит. Какой? Не толкайся. Моя ли? Стрелки. Ладно, я не буду остановить. Это, походу, твой олень. Я пропали. Что? О! Тут нужные ништяки. Тут морфий есть, адреналин кто-то возьмет. Тут СКС лежит, тут же есть патроны от СКС. Где? О, тут рюкзак обычный, мелкий. На втором этаже. О, это хорошо. И все, больше ничего. Ужели мне. Выхожу. Я его так и не убил. Да ой! Не бегай ты! Воу! Утолила жажду крови? Да. Сейчас еще будешь удалять. Ладно, начинаю стрелять, там и Сашка лежит. Что ж ты так кругами-то бегаешь-то? Так, я соседний. Вау! Флешка, отойди чуть. Фух, есть. Ну все, выпекаем. Здесь две машины стоит. За вами еще бегают. Я себе просто бандажик возобновила. Ты сразу в такой гламурный полез. Да? Я не могу. Слишком много зомби. Мне нужно, чтобы кто-то помог. Ну тогда возвращайся, что мы здесь сидим. Сейчас я при... Пошли? У нас наконец машина появилась. Ребята, это победа. Че, назовем ее победа? Не, она вообще-то Лада. А чем мы стоим? Это пятерка. Или семерка. Мне писала, хотите сесть в Ладу? Я такой, да. Да ладно, ладно. А какая шумная, действительно.
Ужас. А внутри намного тише. Да. Ну вы запомнили, где машину оставили? Да! В центре города. Ты запомнил, где припарковался? Потому что этой штучки пик-пик нету. Нету пик-пик. О, вот это действительно школа. А вот то, что вы раньше называли школой, это нифига не школа. Какой-то админ здания, да? Да. Ой, мне как-то пить. Ты надписи флешка почитай. Захотелось. Ой, ты под полом был. Ты над полом. Давай. Я ж тебе не знаю. Ё-моё! Ах, твою ж мать! Больно-то как! Перевязывайте! Да не дёргайся! Фух, ё-моё, ну чё ж так толкаться-то? Ах ты ж... больно-то как? Морфия, всё. С морфием хорошо стало. Ох, ещё убийцу болей. И всё нормально. Фух. Там к нам идут. Ты что, я кричал так сильно? Да. А, у меня патронов нет. У меня патронов нет. Отлично. Ребят, у меня нет патронов. И что, у тебя вот та женщина беспокоит? Пипец, пускай семейная. Ты в какие пойдешь, двухэтажный или в четырехэтажный? Давай я в двухэтажный пойду. Или пошли вместе? Пошли вместе. В двухэтажный. Пошли. Только не подходи близко ко мне. Я тебя уже боюсь. Я хотел обниматься, а ты мне ноги сломал. Я на втором этаже. Чё ты хотел обниматься? Брутальные обнимашки, короче, такие. Прямо, вот здесь компас есть. Прямо аж ноги сломал. Лёгкий петь. Ой, кто-то кого-то убил из винчестера. Поехали на мост. Умрём разочек. Ах, музыку включить? Да. А зачем нам эта полоса? Вау. Здесь сейчас будет направо поворот. Я знаю. 350 метров. Как она прыгает, капец. Резвая, да? Хорошая. А ты от третьего лица смотришь или от первого? От третьего, конечно. От первого интереснее. Нифига, я смотрю в затылок водителя. Все. Очень интересно. Пересядь чуть правее. Не хочу. Ты мне смотришь. Прям в душу смотрю. В общем, мы приехали. Да? Все, выходим? Ну, почти, да. Короче, за мной целый хоровод, я ничего не нашла полезного. Я иду в елки. В елки. Есть тогда предложение? Какое? Влетаем к ним туда. Ради карты я рисковать не буду. Куда влетаем? На машине. А на мост? Ну, через мост? Между... И потом, да, на машине прям туда, со всеми патронами, что у нас есть. Хоть кого-то да убьем. Ну, давайте. О, этот мост. Ну что, да, все. Нет? Да, конечно, да, только хардкор. Там не факт, что там будут эти боты. Ну, не факт, конечно. Давайте попытаемся. Вот мы проехали мост. Никто в нас не стрелял, да? Едем вот на базу. А вот желтый это красный треугольник, мы проверим, что там. А вот мы как раз. А вот этот палаточный лагерь. Да? Справа, да. На торговца похож. Видишь? А-а-а. Никого нет. Вообще поражены. Короче, экшена не получилось. Блин. Полное расстройство. Можем друг друга перестрелять. Да. А последний выживший торжественно взрывает машину. Как вариант. Пацаны старались, улучшали ее. А мы ее угнали. Едем на вторую красную эту самую. Ну, я уже наметил, куда нам ехать. Я сел машину. Вези. Приехали. Закончился, да? Да. Ну еще с горки скатимся. Почти доехали до города. А вон промзона, там может быть этот
толкайте, толкайте. Жерикен. Все, вышли из машины и толкаем. Ее можно оттянуть. Да? Да. Ну пока едем. Кто перезарядился? Что ж ты носишься-то так? Как угорелый, честное слово. А потом удивляется, что ему ноги сломал. Да дайте девушке пройти. Я ж тебя пропустил. Спасибо, спасибо, ты пропустил. Ну поехали на тот треугольник. Все, постреляем. У тебя темнота. Димон. Да, иду. Занос был шикарный. Да. Слушай, у них тут морфина дофига. Они здесь зависают, охраняют. Морфина? Парафин. Парафин? Марафет. Ну я же говорю, марафет. Ой, тут две машины стоит. Внутри. Может, это база. Ну, они как бы не закрыты. Это магазин там, да? С автоматом одна. А вы трактор видели? Ой, здесь вот этот большой магазин, знаешь? Я нашел нам крутой джип. Да? Стой, ты поехал. О, какой моднячий. А как слить бензин? Нужно подойти к машине, и там будет рефью. У нас есть патроны на ПМ? Да, у меня. Какие звуки. Мне бы не помешало. А, она пишет, что там недостаточно топлива, чтобы слить. Угу. Так что да? Так что давайте. Да здесь уж полный бак, поехали. Ой, что-то он тебя сейчас ударит, мне кажется. Ну ты же спасешь меня. Ну конечно, добьет, чтобы не учился. Поехали. Ой-ой, что ты не несет? Она так мурчит. Блин, в той броне хотя бы было. А это... забей, зато в этой прикольнее. А это тише едет. Дальше светит. Ну, я. Да, не так слышно. Но... И куда мы направляемся? Во всяком случае, нам. Я не знаю, я поехал вперед, правда. Так, а куда это я поехал? Без понятия. Давай вот по этой проселочной дороге. О, я знаю, где можно очень хорошо пострелять. Ночью? Поэтому мы машину прячем. Ночью? Я тоже думала, что мы машину прячем. Там пофиг, мы ночью, не ночью, там подземный бункер, где мы знаете. Офигеть. Подземный бункер с докторами, с калашами. Вот, и они охраняют. Я без патронов. Там у нас уже патроны у всех такая. Вот тут уже. Ну, что? Ну и что, убьем одного, облутаем его, будет калаш. Убьем второго, облутаем его, будет там... еще один калаш с патронами. Там, да. А, не будет, у них пропадает оружие. Лута много, там есть шанс нормально там, подняться. Там три автомата лежит с патронами, М16 и пулемет. Где? С патронами, в том бункере, это а, точно. Там почти был... всегда одинаковый лут. Куда мы едем? Город. В лес? Ты не будешь с мальчиками в лес ночью? Блин, а в какой мы город едем, Али? Что-то вы меня пугаете. Ну ты ж не в багажнике едешь. В какой мы город едем? Сабину. А, точно, Сабина. Центральный город вообще. Как ведьма. Точно. Что, она возьмет вот этот подъем? Да, как... Запросто. Как стоячий. Как 2 байта? Все, приехали, считай. Тут магазинчик где-то слева должен быть. Где-то слева магазинчик. Магазинчик. Вот он. Ну можно не к магазинчику просто. Так, что, вообще нету никакого оружия, да? Вау, ты. Так, кровь надо взять. Я взял 2 крови на всякий случай. Воду попить. Ну, у меня в СА-шке чуть-чуть есть. Сколько? 6 патронов. Я уже слышу зомби.
Да, здесь есть зона. В магазин забегайте. А еды у нас нету. Вода есть, а еды нету, да? Ну, индивидуальная есть. Вода есть у меня. Еды. И еда, и вода есть. А, ну хорошо. Пока что мне не надо. Заходим во двор. А, ну, вот мне выпить. Попить надо. Ну, возьми у меня попей, или у тебя есть? У меня есть одна. Я ничего не вижу. И съем. Попью, а потом съем. Видите, я тут левее. Ну? Вот за мной. Подожди, я не вышел. А, во. Я наконец вышел с этого магазина. Ну, типа того, в ёлочках тут, в ёлочках. Вот тут, тут вроде бы где-то. Мы сюда с Саней три раза подряд ездили. Короче, увидите туалет такой, парашку такую. Это оно? Это вход. Парашку. Очень интересно. Во-во-во-во, нашел. Деревянное отхожее место. Да, деревянное отхожее место. Где там Димон? За ты тобой. Куда? Вот, просто заходим сюда. Просто заходим на карта. Подожди, я все-таки реально гамму добавлю. Стой, я не провожу. О, все, а что света нету? Должен свет быть. А как пролезть? Просто вперед проходишь. Я не могу пройти. А вот пришла. Блин, света нету. А вот это вот уже плохо. А куда дальше? Я никого не вижу. Смотри, вот здесь вот труба, да? Да. В общем, я захожу, пытаюсь. Или у тебя автоматическая винтовка, ты первый пойдешь. Это мне? Да. Вон он. О! Стреляет уже, да. Я не вижу. Я его ранил, он меня ранил. Отойди, я перевязываюсь. Отойди, ну что ж ты творишь, двигаешь меня туда. Тихо. Кого ноги сломали? У меня нет бинтов. Ха-ха. Да, где перевязать? Я вообще выпал с карты. Это вы мне поломали ноги, да? Да. Я умер. Прикол. Не шевелись. Ты крови не идет, нет? Все, у меня идет. А я вообще выпал между полигонами и... Отойди чуть-чуть. Назад. Кто стонет? Вот. Я где-то там недалеко от вас стану. Вау, я сейчас тоже упал. Вау. А, это у меня сломано, а я флешка. Нет, не сломано. Нет, ты нормальный. Но я сейчас почему-то упал. Здесь что-то не то с текстурой. Подожди, отойди. Так, я здесь в уголочек забьюсь. Он готов. А почему у меня пистолет мигает красным? Потому что я стрелял. В общем, я, скорее всего, не жилец. Потому что я лежу на земле в отключке. У меня кровь течет. А там еще кто-то есть? Да, там еще их человек 10. Смотри, когда ты зайдешь наверх по лестнице, наверх, если ты зайдешь, то ты снизу сразу же под лестницей увидишь лежащего. Это 100% он там должен быть. Ты его убьешь с 3-4 патронов. Потом наверх ты... по лестнице? Да, наверх по лестнице. Ты в самом низу увидишь чувака. Потом зайдешь туда в коридор, и слева в комнате будет один как минимум. Я тут. Давайте с криком Лерой Дженкинс врываемся. Я не пойму, тут реально... ладно. Наверх. А чувак, который в нас стрелял, он снизу стоял. Под лестницей стоит, чувак. Я его вижу, я ползаю за текстурами. Который наверху стоит или что? Да. Ну, хоть покушаю. Наверх? Вниз? Да. Я не знаю, походу наверх. Снизу. Тачдаун. Я мертвая. Так, где-то еще есть здесь. Снизу. Снизу? Под лестницей. Вот да. Ты его там. Он на меня смотрит. О, на тебя сейчас. На этой оптимистической ноте. Мы с вами прощаемся. В который раз говорит Галя. Надеемся, Дима прорвется. А нет, Дима не прорвался.
На полностью оптимистической ноте всем пока-пока. Пока-пока.